Всем привет, дорогие друзья! И всем здравствуйте, здравствуйте, мы тут в ложке катаемся, Женя, у меня голова кружится. Да, оп, сейчас, короче, масса труганет, опа! Фу, да ты что такое говоришь, ты короче, короче, ставьте, дорогие друзья, прям сейчас лайк. Да, ребятушки, лайк, подписка, коммент, колокольчик, вы все да, помните? Да, и вопросик дня, Мам, какой у нас вопросик дня? Так, короче, ребят, выбирайте, если бы вы хотели где-то поплавать, где бы вы поплавали, в озере, в море или в ванной, теплой и с пенкой? Да, в общем, выбирайте озеро, море, либо просто ванна. В общем, пишите, дорогие друзья. Не-не-не, Женечка, не просто ванна с пенкой. Или джакузи, или джакузи. Ну, типа того, да, короче. Выбирайте, ребятушки. Короче, давайте, дорогие друзья, выбирайте, вообще пишите в комментариях. Ну, а мы будем строить дом. Да, ребят, дом непростой. Дом из кораллов, прикиньте. Прикиньте, коралловый дом, я не знаю, вы такого наверняка не видели, под водой. Короче, мам, я сейчас буду делать, короче, так, ну-ка, оп. Короче, Женечка делает у нас тут интересную конструкцию. Как он мне объяснил, он хочет сделать коралловое дерево. Коралловое дерево? Ну, мам, прикинь, дом коралловое дерево. Обалдеть, такого вообще в Майнкрафте никто никогда не делал. Обалдеть же вообще. Так, а, ты прям хочешь огромный ствол сделать такой прям, да? Ну, в нем ползать, да, можно. Ма, ты уже начинай комнату, короче, делать. Вот прям вот здесь вот. Давай, вот здесь... Давай, комнату первую пристраивай. Короче, ребятушки, первая комната у нас будет... Давай сверху начинаем тогда, значит. Это максимальная высота будет? А, не-не-не, можно выше, все. Сейчас будет максимальная высота вот почти вот такая, но она не вылазит, короче. Так, у нас, короче, тогда будет... Ага, потолок будет высотой в 3 блока. Давай, мам, мудри. Вот так вот, короче. Вот, и давай, тут, короче, сюда. Во, вот так. И теперь даже шире его делать чуть-чуть, чтобы типа он во, вот так, так красава. Так, ребятушки. Все, хорош. Да все, хорош. Это, короче, каркас, а стеклом потом обделаешь. Ма, ты сможешь обделать? А, то есть у нас будет полностью панорамные стеклянные окна, прям огромные. Ну, там, короче, можно и чуть поменьше. Ну, да, кстати, да. Короче, я знаю, как я сделаю. Я вообще... Давай, короче, знаешь, я сделаю фиолетовое, а ты сделаешь красный и синие такие комнаты. А фиолетовое будет, типа, самая такая... Слушай, ты, по-моему, здоровую делаешь, слышишь, Ма? Ты здоровый. Не-не-не, я хочу кое-что... Подожди, я сейчас тебе объясню. Я знаю, здесь поменьше надо. Ма, ты там мудрец, короче. Так, Бог, я такой, короче, делаю тогда оранжевый, это мой любимый цвет, если кто не знал, дорогие друзья. А, да, давай оранжевый делай. Так. Вот, у нас, я думала, короче... ты слева синий, справа красный сделаешь, как обычно. Так-то я выгляжу, опасный сельфобал, опасный красный крестный. Вот так вот все делаю. О, прикольно. А я еще хочу пол стеклянный сделать, это вообще нормально, это легально, как бы делать такое? Ма, я не знаю, скорее всего, это очень опасно. Да не, да ты что, это не опасно, это прекрасно, ребятушки. Так, мы смотрите, делаем. Вот это у меня такая вот, получается, комнатка вот. Лодка прямо над моей квартирой. Уберите, пожалуйста, коралловая квартира. Коралловая квартира. Вот, смотрите, вот так вот. Нифига, да, задумалась. Ну, слушай, мам, по-моему, это вообще клево. Прикинь, какое самое крутое дизайнерское решение. In the world, in the galactic, in the, короче. Ну да, коралловый дом под водой вообще не палится, если что, ребятушки, как бы. Так, теперь синюю комнату, во. Синий. О, во, красота. Красота, я уже примерно поняла, как я хочу. Смотри, так, красота или не красота? По-моему, это красота. Красота красивая, понимаешь? Может, о, я знаю. Я знаю, что я сделаю, все. Да? Я знаю, что я сделаю, да. Короче, ребятушки, Женечка у нас строит немножечко, чуть-чуть поменьше, чем мой домик. Два домика. Оранжевый и синий, а я делаю фиолетовый, ну, как моя кофта, ну, вы знаете, что это фиолетовый. Вот, и, короче, мы потом друг друга посмотрим, что получилось. Да, ой, я, кстати, тут еще маленькую кучу пристроечку сделаю, офигеть, смотрите, да, друзья, круто. О, это типа водоросли зеленые? Это еще одна зеленая комнатка, маленькая. Так, ребят, мне нужен светокамень, который обычно юзается под водой. Морской фонарь, вернее.
Дама, морской давай, я сейчас испущу, короче, морской фонарь. Так, здесь сейчас сделаем вот так вот. Офигеть, слушай, по-моему, это вот самый необычный дом будет. И главное, да, реально, его, друзья, не спалить. Ну, нет, конечно, его можно спалить, если присмотреться, ну, но очень сложно, издалека не видно. Я вам скажу так. Но у меня, кстати, пол будет деревянный, я не знаю. Стекла я не буду делать. Мы же все-таки еще декорить будем, так что то тоже пол из дерева. Ну, хорошо, я тогда тоже сделаю деревянный пол. Только я хочу не из дуба, не из светлого дуба сделать, а из... Ой, вернее, из светлого, короче, дерева, а не из темного. Ман, ты там такая говоришь. Так, у меня здесь уже светящики готовы. О, я, короче, возьму обтесанную дубовую древесину, чтобы не получить заусенечки. Ман, ну ты обтесанная, конечно. Ман, ты что такая обтесанная? Так, все, так написано, что она обтесанная, понимаешь? Ладно. Ее обтесали. Ну, ман, кто и как? Расскажи. Расскажите, пожалуйста, как это произошло? Ну вот берут и обтесывают, короче. Чешут, что ли? Не спрашивайте. Да, чешут там ее. Это, да. Расчесали дерево, короче, ребят. Настолько, что кора слезла. Нифига. И она получилась обтесанная. Ну, страшно вообще. А если я тебя так расчешу? Не надо меня так расчесывать, пожалуйста. Ладно. Так. Так, так, все строим вот так вот. Ну, слушай, получается, Уа! По-моему, задумка вообще я классная. Я просто вахаю от своего дома. Ты просто потом мой посмотришь, это вообще класс. Слушай, а выход будет прям в дерево? Прям в дерево, да, вот так вот. Вот твой выход. О, привет. А, он будет тогда вот так вот, во, вот так, во. Идеально просто. Сейчас я дверь поставлю. Так, мне нужно. И потом мы тут все спустим, короче. Мать, я спустить, нет? Я тебя спущу. Так, мне нужен фонарь. А короче, потом снаружи мы украсим, ребят, все кораллами, наверное. Прикиньте, как будет, да, это 100%. Прикиньте, как будет красиво, я не знаю. А потом ночью. А потом, да, и посмотрим. Обязательно, ребятушки, посмотрим, как будет выглядеть. Короче, вы уже знаете, наша любимая, это, как это? Рубрика «Ночные обзоры домов». Да, во, рубрика «Ночные посиделки в домах», короче. Да. Так, слушай, ну все, у меня первая это готова комната. Первый домик у тебя готов уже? Ничего себе. Да, я сейчас буду губками его выкачивать, короче. Ну, выкачивай. Так, у меня здесь будет такая нужна штука. Дверь. Ма, дверь надо. Дверь мне сделай, ма. Подожди, какую дверь? Мне нужно сначала выкачать воду. Сейчас я выкачу и приду к себе. Сюда. Смотрите, как выкачалось вообще за секунду. Все, первая комната. У тебя готова. С одной губки все выкачалось? Ну, у тебя поменьше, наверное, просто. Так, блин, все, вот. Делаем теперь следующий домик. Оп. О, кстати, очень быстро выкачивается. Мне помощь нужна, Ма, иди сюда быстрее. Так, блинский класс. Все, сейчас иду, подожди, спускаемся. Тут надо чуть-чуть задержать дыхание. Сейчас. Оп, я заплыла, привет. Здравствуйте. По потолок мне помогайте строить, потолок. А, он стеклянный будет? Ну, а у тебя что, не стеклянный, что? А, у тебя нет. У меня со светокамнем. О, я тоже тогда здесь. Давай здесь тоже тогда синий, давай синий. Синий светокамень? А, ты синий будешь делать. И посередине светокамень, да? Нет, вообще ничего не будет, просто кораллы. А, сделай хотя бы стекло, окно наверху, типа стеклянное. Ну ладно, давай. А что у тебя так совместно? А, ты здесь просто стену еще не построил. Видимо. Ну вот да. Так. Оп. Не, туда на самом деле проход это был. А, типа между комнатами? Да, между комнатами. Тогда нужно тут ступеньки, короче, сделать, чтобы забираться. Ну, пока будет так. Все, Ма, давай тут не умничай. Давай это губкой лучше. Оп. Вот, делай своей губкой. Красивая. Тут протекает. А, что ж ты творишь? Во, всё. Проходик. Все, получается? Ну да, губки вроде все впитали. Все, давай их забирай, короче. Помогаем дальше. Ты дверь, надо дверь, подожди, чтобы здесь вода не затекала, надо поставить дверь, короче. Я выбрала тропические двери, мне кажется, они здесь прикольно подходят. Вот так, и вот тут тоже дверь. Евах! Да вы что, да вы гляньте. Смотри, ну это прикольно. Теперь все, выходим, пошли, короче. Нам надо, так, вот это убираем. Давай, так. выходим быстрее. Тебе выходим. Надо глянуть на мой дом. Сейчас глянем, ну-ка. О, сюда. Круто, ну, прикольно, да. Все, пойдем теперь сейчас все это заделаем. Потом добавим коралла.
Давай, давай, давай. Так, спускаемся вниз, ребятушки. Мы выплыли. У нас даже дверь снаружи, прикиньте. Так, ребят, давайте теперь украшать, наверное, да? Стекло, давайте стекло, стекло кораллы. Мне помоги на зеленом сделать. А я сейчас пока буду это. Ну, а, ты еще и зеленый делаешь? Обалдеть. Ну да, ты как хотела. У меня тут вообще по-черному все. Я один домик, короче, сделала. Такая, ну, я один домик. Ну, зато какой, понимаете? Я так говорю, такая, а я один домик сделала, ребятушки. Так, ну давай стекло делаем. Прикольно, кстати, сделала, мне нравится. Пол такой прикольный. Ну, мать же, я как Я так, что ж, застекляемся, ребят, застекляемся. Вау, так красиво, это обалдеть вообще. Я хочу, если честно, уже издалека посмотреть, как это будет выглядеть. Давай побольше каких-нибудь морских огурцов посадим, чтобы он прям светился. Ман, ну ты морской огурец, конечно, я не могу. Ну типа, блин, смотри, я уже, короче, одно тут обставил. Кого ты обставил? А, ты еще мебель делаешь, что ли? Ну, мать, типа того. Сейчас ма придет, вообще, мне кажется, обалдеть. Скажешь, нифига себе. Стол красный поставил, отвечаю. Ма, иди сюда, на синюю комнату быстрее. Так, подожди, а как это... Как из зеленого попасть в другую комнату? Или просто это отдельная комнатушка? Да это вообще такая отдельная. Если что, вон к тебе там через как-нибудь. Окей, поняла. Смотри на синий домик, ма, зацени вот этот синий домик. Смотри, какой. О, во, я так же хотела. Всё, ну, типа, давай, везде, давай. Короче, огурцы там поставишь. Везде огурцы. Да. Вот так вот они прямо тут будут стоять, короче, мешки. О, они прямо на стекло даже. Они даже на стекло ставятся, обалдеть. Так. И очень много разных кораллов, короче, надо по бокам там. Везде, короче, ребят. Давай, максимально маскируем. Ну, это же коралловый дом, поэтому как бы все окей. Вау, оранжевый с фиолетовым так клево смотрится, глянь. Да. А смотри, еще, кстати, красный, смотри, сейчас поставлю, во. Да, красный тоже ничего. И черный, смотри, прикольно. О, вау, да не черный. И синий, круто. Смотри, синий. Синий! У меня вообще разноцветный дом получается. Давай ты ставь разноцветные кораллы, короче. Так, черный, оранжевый, синий. Смотри, обалдеть, да? Вот это классно получается. Так, надо выкачать, короче, воду с зеленого домика. Давай, мам, выкачивай. Сейчас я тут зайду. Оп, дверь закрываем. А, кладем, короче, плиточку, чтобы ничего не протекало. И губочку. Так, губочка где? Где губочка? Ма, где губочка? Иси быстрее. Нашла. Вот все, отлично, губка. Давай ее зафигачивай. Оп. Все, смотри, как быстро. Сюда. А здесь темновато. Может, фонари поставим? Ну, мы потом поставим. Давай пока все обклеим кораллами. Вау! Они прям даже на стекло клеются, прикинь. Да можно вообще весь дом просто кораллами обляпать, его не будет видно, понимаешь? Смотри, даже на дерево, обалдеть. Кораллы, короче, такие, они, знаешь, приставучие, по ходу дела, да? Ну да, они липучки ищете. Так. А, кстати, а с чего кораллы? Вот смотри, в воде они, это, гибкие. Это минералы, короче. А когда это, на суше, я помню, короче, я выловил коралл. Друзья, я, короче, выловил коралл, я его вынес, короче, окаменел и стал каменный, прикиньте. Кстати, если что, в Майнкрафте точно так же происходит. Ты если коралл на суше поставишь, он высохнет. Смотри, иди сюда. Давай, ну-ка. О, смотри, смотрите, да, коралл. Я его поставил, смотри, сейчас окаменеет. А что-то не окаменеет. О, окаменел. О, закаменел. Круто, или, да, например, вот такой коралл, он тоже закаменеет, смотри. Да, я знаю, так, ну ты смотри. Ты качаешь, оп. Опа, всё. И все. Обалдеть, да, друзья? Коралла. Не, прикиньте, как круто сделано, да, вообще? Вообще, без шоки. Так, во, все, капец, ну круто. Смотри, все обклеено вообще по-черному. По-черному. Фонари, блин, надо в синий домик осветить, и еще какой второй ты там делал. Поставь, короче, обычные фонари, которые на полу стоят. Они прям вообще классно освещают. Ну да, я их заплыву хочу. В твой дом. Так, это мой дом. Смотрите, как все просто обросло все вообще. Ты еще и внутри, что ли, кораллы задел? Не-не-не. О, нашла в твой синий дом. Во. Так, оп, о, синий вообще, смотрите, какой. Так. А отлично. Что ты тут пробила, так. Ну да, сделай, короче.
Ну слушай, ну готово вообще прекрасно все. А вот, а тут оно, смотри, как-то типа посинело немножко. Почернело. Ну-ка, давай выходим, короче, в этот, в твой дом. А, в твоем. Мы поднимаемся. Пентхаус. Здравствуйте. О, смотри, а эти окаменели кораллы, смотри. Да, это, наверное, из-за того, что, типа, они ну, со дерево, стеклом да. немножко. Не, да, там дерева. У них дерево, да, и, типа, они... Ну, все равно прикольно, смотри, даже такая арка получилась. Во, светло теперь. Что, давай, короче, зачекаем, как это будет выглядеть ночью снаружи, а потом внутри. Так, друзья, да, сейчас мы будем... Смотрите, обалдеть, полетай снаружи, как это смотрится вообще красиво. Кстати, надо я вижу... зрение сейчас, ночное зрение. Он огромный. Иди сюда, а что зачем тебе ночное зрение? А круче будет. Давай, во, давай без сюда. Ночного сначала, а потом с ночным. Давай, давай. Кинь мне тоже бутылочку. На, иди сюда. Оп. О, пф, ты разбил ее. Все, на и опять. Есть? Да не, на тебе есть. На мне есть? Да. Не, на мне нет эффекта. Нет? Да, и мне надо, видимо, ее... Во, вот теперь есть, все, поймала. Ну-ка, а теперь, короче, а теперь еще кое-что. Вот эти штучки сделаем. О. А что это? А ты не видишь? А, пузыречки. Прикол. Все, теперь сейчас будет так красиво, друзья. Вы офигеете, я не знаю. А, ага. Блин, ну смотрится реально очень классно. Он весь такой яркий. Смотри, тут дельфин, тут дельфин. Где? Вот коралл заплыл. Иди сюда быстрее, вот он где я. Блин, я застряла в кораллах, погоди. Блин, меня... Вон он. Вон он плывет, иди сюда, вот, видишь? Под твоим домом прям, под твоим прям домом, ма. А, под моим домом? Под твоим домом. Он все тут ныкается, он ест огурцы, ма, огурцы ест. А, он уплыл! Вот, я вижу его, он маленький, прикольно. Привет! Смотрите, друзья, дельфин тут у нас живет. О, какой зая, приветики тебе. Приветики-омлетики. Так, что ты там пузыри свои ставишь? Мы вот здесь, кстати, кораллов. Смотри, сколько пузырей. Обалдеть, вообще класс. Да, кстати, надо вот здесь сейчас зафигачить. Я, мне черные вообще вкатили, прикольные такие. Ну, да. Ты здесь врач? Во. И оранжевый. Смотри, так прикольно, эта зелька такая летит и пузырьки пускает. О, смотри. Вау. Короче, делаем ночь, дорогие друзья. Так, все. Давай. Тайм. Я ждала этого всю серию. Хи-хи. О. Подожди. Нужно а, убрать. А, все, уже ночь. Надо, да, убрать зелье. Ночное зрение, да. Молоко выпей. И мне дай. Хи-хи, на. А, классно, не уплывай. О, ну слушай, ну прикольно. О, ну да, смотри, он слушай. Тебе светится, вообще обалдеть. Ну-ка, о, а подымись над водой, смотри, как круто это выглядит. О, над водой он реально просвечивает. Вот этот вот мой со светокамнем, его вообще, типа, можно... Вот подлети прям очень высоко, типа, его можно увидеть прям на небе. Да, смотрите, если мы вот так будем на небе, то его видно. Обалдеть, короче. Блин, круто. Ну шо? Да. Все так, сделали. Все, возвращаем день, короче. Сейчас посмотрим, как это все будет. Ну, слушайте, друзья, ну, по-моему, очень клево. Так, ну-ка. Так, ну что, мой, иди сюда, к лодочке. Так. О, короче, дорогие можем. Друзья, да, ставьте лайк за такой дом. И, да, девочки, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, обязательно нажмите колокольчик, не пропустите серии. Да, все, в общем, все, пишите, как вам дом. Ну, мне кажется, очень крутой, Мак, что думаешь? Я думаю, что дом бомбезный, великолепный, коралловый, все мне нравится. Да, все, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, всем пока-пока. Всем покусики, покусики. Так, я хочу еще фонарей поставить. Ма, я сейчас огурцов. Ма, я сейчас тебе огурец. Ты че?